Душа моя, Господа, о Господа, и не забывай все благодеяния Его. Благослови душа, благослови душа моя, Господа, о Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя, Господа, о Господа, и не забывай все благодеяния Него. Жертва Иисуса Христа, я спасен, я спасен. Ты веришь в это? Радоня, радами Иисуса Христа, без сомнения, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я омыт от всякого греха. Через смерть Иисуса Христа мне дана. Еще раз, жертва Иисуса Христа, я спасен от огня. Всякого греха. Через смерть Иисуса Христа мне дана. Еще раз утвердим это. Жертва Иисуса Христа, я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я омыт. Через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная. Благослови душа моя, Господа, о Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя, Господа.
святую жертву, Иисус. Я верю в Голгофскую жертву, в святую Твою. Жизнь вечную, в то, что имя Мое записано на небесах. Я верю в Голгофскую жертву, в святую Твою. Жизнь вечную, в то, что имя Мое записано на небесах. То, что имя Мое записано на небесах. Я верю в Голгофскую жертву, кровь святую Твою, жизнь вечную, то, что имя Мое записано на наши жизни записаны там, на небесах, у Тебя в книге жизни. Аминь. Церковь, вы рады этому? Вы рады этому факту, что мы спасены от огня, что мы исцелены, что мы спасены, нам дана жизнь вечная? Будем радоваться? Аминь.